На границе каждый часовой. Акция под таким названием проходит в эти дни в нашем регионе. Сегодня в молодежном центре «Химик» она приурочена к 95-летию со дня учреждения пограничной охраны и 120-летию образования отдельного корпуса пограничной стражи. Главная цель акции – патриотическое воспитание молодежи, пропаганда мужества и героизма пограничников. Кроме того, мероприятие нацелено на повышение престижа службы в пограничных войсках. Сегодня молодежь у нас демократично, так можно сказать, и свободно в своих действиях, в выборе. Не хватает патриотизма, должны какие-то проводиться, не знаю, мероприятия, которые способствуют развитию патриотизма. Например, как сегодняшнее мероприятие. 26 сентября в Омской области стартовала культурная акция. Начала свое шествие с границ Полтавского, Щербакульского, Нововаршавского, Большереченского, Тарского районов. В программе «Встречи с молодежными объединениями и клубами патриотической направленности», выступления ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов-пограничников, выставка учебного оружия, снаряжения и боеприпасов и фотовыставка пограничного управления ФСБ России по Омской области. Люди еще не понимают, особенно те, кто местные, что такое пограничный вообще город и что такое граница вообще. Поэтому много возникает вопросов, и чтобы таких не было вопросов, мы вот стараемся им объяснять. Организаторы акции – Пограничное управление ФСБ России по Омской области и правительство региона. Акция на границе каждый часовой продлится до 6 октября.